Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Minecraft. Так, сейчас я хотел бы посадить еще побольше пшенички. Так, вот у нас уже пшеничка есть, хорошо выросла. Так, у нас есть семена. Так, это у нас еще пока не выросло. Вот у нас пшеничка это подросла. И я думаю, сейчас мы немножечко еще посадим. Так, возьмем кирку. Так, у меня здесь ничего нету. Сейчас посмотрим. Мне кажется, у меня где-то была кирка. Так, ладно, мы кирку сейчас сделаем. Так. Очень легко. Вот так вот. Раз. И два. Две кирки сделаем. Хорошо. Так, одну. А мы знаешь, наверное, сюда кирку одну положим. Пускай здесь лежит. Так, и у нас немножко из семян. Так, вот здесь сейчас. Сюда как раз посадим. Так, есть еще, да? И у нас еще 4. 4 есть семян. 4 штучки. Так. Ну все, отлично. Пускай растет. О, нифига себе, смотри, кто появился. А ты откуда, друг? Дружище, ты откуда вылез, а скажи мне? Пожалуйста, кстати. Так, пшеница есть, сейчас мы покормим животинку нашу. Так. Надо коров покормить и овечек, я думаю, немножечко покормить. Так, еще две штучки осталось. Так, давай. Тебя? А, ты уже, ты ела уже? Так, все. Хорошо. Так, у нас... что у нас? Ночь. Ночь скоро будет. Так, я хотел еще зайти. Так, сейчас это уберем. Так, мне нужно будет взять кирку железную. Вот. Она у нас ее немножко уже, правда. Так, а ну дверь у меня есть запасная? Нет. Я хотел вниз спуститься, там у меня... Вон, смотри, что творится. Так. Там мне зомбак стоит, да? Зомбак? На тебе. Так, подождите. На. Сейчас я его убью быстренько. Опа. Опа. Опа, билетик. Есть. Убили его. Крипер, крипер, крипер. Есть. Взорвал. Ух ты. Там смотри, сколько много этих зомбаков. Ёлки-палки. А, так, ничего страшного. Так, спускаемся вниз срочно. Так. Мне нужно забрать. Так, все, что это, что мне нужно, я забрал. Так, меч. Меч, быстрее меч. Вон он стоит, смотри. Есть. Раз, два, три. 4. Есть, все, убили мы его. Так, кто там еще? Еще один крипер, смотри, сидит. Так. Ладно, посмотрим, что у нас здесь еще есть. Так, у нас грибочки здесь выросли. Ничего не вижу. Так, быстренько этот факела. Так. Так, сейчас расставим здесь факела, чтобы здесь у нас монстры не размножались. Так, хорошо. Все, больше факелов нету. Так, смотри, у нас здесь есть железо. Так, сейчас копанем немножко. Так. Вот, у нас попадало. Так, где у нас 5 железа? Так. Камушки возьмем. Так. Где у нас домик? Вот он. Так, хорошо. Сейчас мы выходим отсюда. Так, закрываем это все. Так, и там, я смотрю, у нас есть всякие чудики. Так, ну мы сейчас быстренько поспим. Сейчас ночь. Ночь закончится. И они все у меня погибнут. Вон крипер бегает, гуляет, ё-моё. Так, ладно. Сейчас мы поспим быстренько. Так. Все, день. О, ё-моё, крипер, смотри, сидит. Что-то я тебя не заметил. Так, скелетики, давайте.
Умирайте. Да не стреляйте вы в меня. Вы же должны уже погибнуть. Ё-моё, я под огнем. Так, есть. Один умер. Так, собираем. Хорошо. Так, ну мы сейчас это пройдемся. Посмотрим еще, где кто. Ой, ё-моё. Тебя бы тут... Тебя здесь не хватает еще. А, спасибо. Спасибо тебе. Так. Быстренько-быстренько забираем все, что попадало. Так, а где он меня убил, а? Интересно, я уже не помню. А, вот, смотри, что-то лежит. Так. А где он меня убил? Я что-то это не помню. Баба, взорвись. Так, ну мне нужно... Подожди, мне где-то здесь он убил, мне кажется, нет? Сейчас мне нужно подняться повыше и посмотреть. Так, я ничего не вижу. Где мои пожитки-то, а? Так, 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 так. Сейчас посмотрим. Сейчас пройдемся, погуляем немножко. Посмотрим. Я ничего не вижу. Где же он меня убил? Так, сейчас немножко возьмем земли. Так, не вижу. Где-то здесь было, правильно? Возле водички. Так, сейчас мы поднимемся повыше и посмотрим. Так. А где? А где все мое? Подожди. Я ничего не вижу. А где он меня убил-то? Где он меня убил? Нету ничего. Подожди, может я далеко убежал? Так. Ладно, сейчас прибежимся здесь, посмотрим. Я же не мог далеко убежать, правильно? У меня там меч железный, ё-моё. Так. Вообще, я не понял, алё. Так. А, вот в траве все лежит, а? Ой, хорошо, что я нашел. В траве все лежало. Так, ну что у меня здесь есть? Так, 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 так. Понятно, давай пойдем это железо плавить. Так, хорошо. 8 стрел у меня. Так. Так, тут никого нету? Врагов-то. Все чисто. Так, у нас здесь есть стекло. Так, ну у меня нету дерева. Так, сейчас посмотрим. Так, возьмем булыжника и возьмем палочек. Где-то у меня палочки были. Неужели палочек нету? Так, подожди, вот палочки. Хорошо, так, стекло уберем. Так, это все тоже пока мне не нужно. Так, мне нужно сейчас сделать топор. Есть. Так, этот мне не нужен топор. И кирку сделаем. Ну, такой хотя бы. Хотя бы такую вот эту можно выкинуть будет. Так, ладно. Сейчас быстренько пойдем дерево добудем. Стратегический наш ресурс, которого здесь очень мало. Так, а вот, смотри, наверху как раз. Сейчас мы это все уберем. И... Куда все попадало? Ничего не вижу. А, это я что, шахту рыл. Так, ну у меня еще здесь есть дерево. Так. Как раз мне нужно дерево. А, ну я сейчас, наверное, в шахту спущусь у себя. И там я добуду уголь. Угу. Там должен быть уголь. И мы займемся плавкой металла. Так, заходим сюда в шахту. Так, кирка. Где-то здесь должен быть уголь. Вот, уголь есть, отлично. Мне как раз нужен уголь. Вот, побольше сейчас его наберем. Так, никого нету, нет, нормально все. Так, о, здесь хорошо, угля много. Так, о, еще уголь, смотри. Прям мне повезло. Так, есть. О, крипер, подожди.
Сейчас он взорвется. Есть. Следующий. Фига, сколько их там. Смотри, еще один. Опа. Чуть-чуть меня задел. Так, сейчас соберем, что они повзрывали мне здесь. Еще один. Да сколько у вас? Опа. Опа, убил. Убил. Так, сейчас я быстренько спущусь. Так, у меня здесь есть еще меч. Так, сейчас быстренько сделаю еще один меч. Так, каменный. Сейчас мы убьем этого злодея. Так, где он здесь у меня? Вот здесь. Сейчас мы его убьем быстренько. Так, промахнулся. Раз, два, три, четыре. Есть, убили. Так, все, подняли, что нам надо. Так, зомбак идет, смотри. Раз, два, три, четыре, пять. Есть. Так, сейчас все собираем, все, что тут есть. О, нормально, но это попозже сюда приду, подожди. Сейчас я возьму немножечко угля. Так, сейчас кирка сломается. И немножко осталось кирки. Так, и как раз я сделаю факелов побольше. Так, никого нету. Так, сейчас сломается кирка. Раз, два, три. Нет, не сломалось. Так, сейчас и сломается. Раз, вот сломалось. Так, у меня есть еще одна. Так, никого нет. Так, сейчас железо быстренько наберу. Так, раз, два, три. Вот еще железо. Хорошо. Попалось бы мне золото, это было бы классно. Золото мне нужно. Так. Сейчас соберем полностью весь. Все железо соберем сейчас быстренько. Так, сделаем железное орудие труда. Во. Так, никого там нет. Так, ну все, быстренько сейчас уходим отсюда. Так. Так, где мой вход в дом мой? Еще дальше, да? А, вот здесь вот все. Вижу. Так, ну давай здесь проходик немножко сделаем пошире. Вот так. Чтоб мне на будущее уже нормально побольше было. Так, все. И идем. Идем, как раз у нас есть уголь. Я сразу сделаю себе факелов. Ну, вот так вот. Вот, и у меня как раз дофига факелов стало. Так, половину я себе сюда положу. А, тут места нет. Ну, давай тут плоть возьмем. Так, и пойдем поджарим. А, ну, мы здесь, наверное, сейчас пожарим. Так, где у нас тут металл? Вот так, хорошо. И есть еще уголь. Вот так сделаем. Так, всем угля. Так, бревно мне не нужно пока. Так сделаем. Так. Здесь у меня еще и песочек есть, немножко песочка. Так, все, хорошо. Так. А давай еще посадим этого, как его, тыкву. Так, сейчас возьмем кирку. Так, есть. Так, семена сразу возьмем, сделаем. О, так, семена, 8 семян. Так, и посадим, сейчас я вот здесь посажу. Угу. Так. Это сейчас мы так сделаем. Хорошо. Так, здесь тоже, в принципе, посадим сейчас. Так. Все, кончились семена. Так, ну что ж, в принципе, мы посадили тыкву. И мы как раз на таки зашли и убили там всяких плохишей, то бишь зомбаков, всех поубивали. Главное, скелетов. Ну что ж, всем пока, подписывайтесь на канал, Дуда Плей, ставьте лайки, пишите комментарии, если хотите. Все, всем пока.